В северном микрорайоне неизвестный ограбил продуктовый киоск, расположенный у остановки «Детский сад» на улице Трехгорной, угрожая продавцу полиэтиленовым пакетом. Небольшая торговая точка работает круглосуточно. Мужчина пришел сюда за час до полуночи. В это время здесь немноголюдно, покупателей не было, прохожих тоже. Грабитель, на вид которому было около 30 лет, зашел в помещение через незапертую дверь. Продавец не на шутку испугалась. На лице визитера была медицинская маска, в руках свернутый особым образом пакет. Так, словно в нем лежит оружие. Ну, давай деньги, убью, орал. Прямо направил на меня. Прям с налета, да? Да. А вы что? Он сам забежал прям сюда, вот залез в кассу, забрал. А что я сделаю? Он на меня вот так направил, убью. Вот так. Хабаровченко не стала рисковать собственной жизнью и позволила грабителю забрать всю дневную выручку. В кассе к вечеру скопилось 7 тысяч рублей. Получив наличные, мужчина сбежал. Продавец тут же нажала тревожную кнопку и заперла дверь на замок. Сотрудники вневедомственной охраны появились на месте вызова через несколько минут. Однако схватить преступника по горячим следам не удалось. Женщина не видела, куда побежал напугавший ее человек, но предположила, что он мог уехать на машине. Хабаровченко хорошо запомнила внешность опасного визитера, его приметы она передала полицейским, которые тут же отправились прочесывать район. Подозрительных мужчин, подходящих под описание, они привозили на опознание. Фигуранта уголовного дела среди них не оказалось. Вскоре на месте события появилась владелица торговой точки. Женщина считает, что ограбление совершил тот же человек, который несколько дней назад напал на другой ее магазин, расположенный на улице Убаревича. Эту версию проверят полицейские. С места происшествия Юлия Рябцева, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.